Много лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный русский барин Кирилла Петрович Трыку. Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губернии. Соседи были рады угождать малейшим его прихотям. Губернские чиновники трепетали при его имени. Кирилл Петрович принимал знаки подобострастия, как надлежащую дань. Слушай, брат Андрей Гаврилович, коли в твоем Володьке будет путь, отдам за него Машу. Даром, что он гол, как сокол. Нет, Кирилл Петрович, мой Володька не жених Марии Кирилловне. Бедному дворянину лучше жениться на бедной дворяночке, да быть главою в доме, чем сделаться приказчиком избалованной бабенки. Тебе не нравится? Нет, псарня чудная. Вряд ли людям вашим житье такое, как вашим собакам. Вот что правда, то правда. И на мой дворянина не худо было променять свою усадьбу на любую вешнюю конуру. Ему было бы светлее и теплее. Куда же ты, Андрей Гаврилович, а на охоту, а? Я до тех пор не намерен ешать, пока не вышлите вы мне царя промушку одинный. Терпеть шутки от ваших холопьев я не намерен. Да я вас не терплю, потому что я не шут, а стоимый дворянин. Что, что? Да знаешь ли ты, с кем связываешься? Вот я ж его узнает, как идти на Троекурова. Ромошка! Рыжая бестья! Простите, барин! Барин, брать, я не умру! У меня сосед есть. Мелкопоместный грубиян. Я хочу взять у него имение. Как ты про то думаешь? Ваше превосходительство, коли есть какие-нибудь документы или... Врешь, братец, как бишь тебя? Шабашки. Какие тебе документы? В том-то и сила, чтобы отнять имение без всякого права. Мудрено, ваше превосходительство. Вот если достать от соседа запись... Запись, запись. У него все бумаги сгорели. Как? Бумаги его сгорели? Ваше превосходительство, действуйте тогда по закону. И без сомнения получите совершенное удовольствие. Ты думаешь? Так. Ну, смотри. Да. Я полагаюсь на твое усердие. Ваше превосходительство. А в благодарности моей можешь быть уверен. Покорнейше благодарю, ваше превосходительство. Покорнейше благодарю. Покорнейше благодарю.
уездный суд, рассмотрев дело о неправильном владении гвардии поручиком Дубровским имением, принадлежащим его превосходительству генерал-аншефу Кириллу Петровичу, сыну Троекурова, полагает... Отобрав упомянутое имение 70 душами, землею и угодьями из неправильного владения гвардии поручика Дубровского, отдать в полное его превосходительство генерала-аншефа Кирилла Петровича Троекурова распоряжение. В случае согласия, извольте подписать ваше полное и совершенное удовольствие. Пишите, ваше полное и совершенное удовольствие или явное неудовольствие. Пишите ваше полное и совершенное... Как? Не почитай церковь! Прочь хамово племя! Слыханное ли дело, ваше превосходительство? Псани водят собак в церковь! Собаки! Собаки бегают по церкви! Я вас... Собаки! 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 С приятелями, а долги не плачены. Что? От булочника приходили. Спасибо. От лесника приходили. Каналья. Позднова приходили. Дурацкий рот. И от колхозника приходили. Здоровье папеньки. Очень оно плохо. Приезжай ты к нам, соколик мой ясный. Слышно, отдают нас под начал Троекурову. Остаюсь твоя верная раба, нянька Арина Егоровна Бузарева.
А правда, что Троекуров у нас имение отнимает? Не наше холопье дело разбирать барские воли. Ну, вот он я, батюшка. Зачем же вы встали с постели? На ногах не стоишь. А туда же норовишь, куда и люди. Что с вами, батюшка? Как же это все случилось? Ну, погоди, Дубровский тебе покажет, он тебя научит. Папенька, поезжай, привезите Андрея Гавриловича. Ты посмотри, 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 можно, можно, а уши, уши, порода, весь моего полкана. Папенька, поезжайте, скажите, что я соскучилась. Поеду. Поеду, успокою старика. Это честь такой будет. Здорово, дядя Архим. Они кого нет. Подойди к барину Кириллу Петровичу, поклонись, спроси, что надобно. Да бегом! Ступай, доложи барину. Рад ли он гостю? Ваше превосходительство, молодой барин приказали убираться, покуда вас не выгнали со двора. Ступай, старый пес со двора. Антон, Антон, за лекарем скорей. Барину плохо. Не надобно лекаря. Батюшка скончался.
по решению земского суда отныне принадлежите вы Кириллу Петровичу Троекурову, коего лицо представляет здесь господин Шабаскин. Слушайте его во всем и исполняйте все то, что он прикажет. А вы, бабы, любите его и почитайте, а он до вас большой охотник. Позвольте узнать, что это значит. А это значит, что мы приехали сюда водить во владение Кириллу Петровича Троекурова. Их просить, убираться вон по добру и по здорову. Вы могли бы, кажется, отнестись ко мне, прежде чем к моим крестьянам, и объявить помещику от решения от власти. А ты кто такой? А? Прежний помещик волею Божию обрел. А мы вас не знаем. И знать не хотим. Ваше благородие, это наш молодой барин Владимир Андреевич. Это кто еще там рот раскрыл? Какой такой молодой барин? Какой такой Владимир Андреевич? Ваш барин Кирилл Петрович Троекуров? Слышите вы? Волки! Как не так? А это что? Волк? Эй, староста! Сюда! Да что надо было смотреть? Ребята! Дальше! Что вы это? Вы губите и себя, и меня. Уступайте по дворам и оставьте меня в покое. Государь, милости, он нас не обидит. Мы все его дети. А как ему будет за нас заступиться, если вы станете бунтовать и разбойничать? Вступайте. Все мы Божии, государи. Вот уж приберет нас к рукам Кирилла Петровича. Вот ведь его ухудшит жилка. Мы решили, с вашего дозволения, остаться здесь ночевать, так как уже зимой мужики могут напасть на нас по дороге. Делайте, что хотите. Я здесь уже не хозяин. Троекурова и своим плохо приходится. А достанутся чужие, он с них шкуру сдерет. Гонят наших господ со двора. Эх! Всех бы разом. Так и концы бы в воду. За нашего благодетеля, его превосходительство, генерала шефа Кирилла Петровича. Ура! Oh,
имел я угол и кусок хлеба. Завтра должен буду оставить дом, где я родился, где умер мой отец, виновнику его смерти и моей нищеты. Нет, нет, пускай же ему не достанется печальный дом, из которого он выгоняет меня. Архип. Владимир Андреевич, это вы? Что ты здесь притаился? А топор зачем? Как же без топора ночью ходить-то? Эка не храпят окаянные. Всех бы разом. Не дело ты затеял. Посвети-ка фонарь. И ступай за мной. Чем вы не спите? Да знали нам. Тише. Поди, приведи сюда Егоровну. Да выведи из дома всех наших людей, чтоб ни одна душа в нем не оставалась. Кроме приказных. Принесли, барин, сено. Архип, отопри дверь в передней, я, кажется, их запер. Как бы не так. Отопри. Чего смеетесь, песенята? Божья тварь погибает, а вы радуетесь. Ну, пошли прочь! Прощайте. Мне здесь делать нечего. Не поминайте лихом.
Архив! Прощайте. Архив! А как же мы? И мы с тобой? Ладно. Идем! Идем! Разбойники и распространили ужас по всем окрестностям. Они грабили помещи дома и предавали их огню. О Дубровском рассказывали чудеса. Я всегда уважал вашего покойного батюшку. Не смей называть это имя! А не вы ли показали на суде, что Дубровский не по праву владеть Кистеневкой? Накормили, можно сказать, насытили. Спасибо. Да. Ну и каша. Что? После троекуровских-то хлебов брюхо подвело, а? Ну, ты мне про троекуров не вспоминай. Я был своими руками. Садись.
как меня порол. Забыл? Ребята, барин. Я столповой дворянин, полковник партии, его императорского величества. Я вас слышал. Стыдитесь. Вы дворянин, гвардии поручик, заодно с этим бродом. Взять? Опой твоих крестьян. Это мои друзья. С ними я навсегда связал свою жизнь. Пойдем, Володечка. Ты мне наговоришься. Целый день не ешь. Иди, иди, иди. Я сейчас. Прикажите вашим хамам уважать мундир, который я ношу. Из уважения к мундиру господина полковника расстрелять. Удивлялись одному, что поместья Троекурова были пощажены. Троекуров торжествовал и при каждой вести о новом грабительстве Дубровского рассыпался в насмешках. А что, поймайте хоть вы Дубровского, господин исправник? Постараемся, ваше превосходительство. Постараемся. А правда, зачем и ловить его? Разбой Дубровского – благодать для исправника. Разъезды, следствие, подводы, а деньги в карман? Как такого благодетеля извести? Не правда ли, господин исправник? Сущая правда, ваше превосходительство. Люблю молодца за искренность. У меня в кармане приметы Владимира Дубровского. Ваш превосходительство. А, кстати, прочтите-ка, и мы послушаем. Не худо нам знать его приметы. Приметы Владимира Дубровского. Лицом чист, бороду брей, глаза имеет карие, волосы русые, нос прямой. Особые приметы. Таковых не оказалось. И только! Ха! Ай да бумага! Да у кого не русые волосы, да не карие глаза? Вон и седы форжа карие глаза. Нечего сказать. Умные головушки приказные. Ну, пойдемте. Разрешите откланяться. Куда же вы? Ловим Дубровского. Ах, этот Дубровский. Алло, мсье. Билет.
Таков молодец. Не струсил? Ей-богу, не струсил. Откуда у гувернера пистолет? А не удалось подшутить, Кирилл Петрович. Ничего делать. С твоим куром я должен расправиться сам. Ступай.
молчите! Али Запарским добром! Делами заправляешь? Я управитель имения. Исполняю княжеские инструкции. А где ж твой князь? Его сиятельство, князь Верейский, Лондон. За границ! Ну что ж, ребят, хороший вас управитель. Отпустишь, что ли? А? Thank you.
Приказал. Заждались, барин. А первый троица. Убью на месте. Архип, Троекуров от меня не уйдет. Ну, барин. Последний раз поверим. Не уйдет от нас, Троекуров! Гром победы раздавайся, веселиться с храброй солу. Приметы, ваше превосходительство. Братец, удайся-ка ты знаешь куда со своими приметами. Ну, как можно верить на слово Спицыну, трусу, лгуну? Он застращал меня пистолетом, взял клятву молчать. Ну что ж, учитель, нигде не найтись. Так сыскать его! Слушай. Месье де Форж. Я не француз де Форж. Я Дубровский. Не бойтесь. Вы не должны бояться этого имени. Я не могу здесь долей оставаться. Я расстаюсь с вами в сей же час. Думайте иногда о Дубровском. Знайте, что он рожден был для иного назначения, что душа его умела вас любить, что никогда... Простите меня за ум, минута может погубить меня. Если когда-нибудь несчастье вас постигнет, обещаетесь ли вы не отвергнуть моей преданности? За вас отдал бы я жизнь. Обещаю. Опустите кольцо в дупло этого дуба. Я буду знать, что делать. Маша, не встретил ли ты месье де Форжа? Вообрази. Исправник приехал, чтобы схватить его. Он уверяет, что это сам Дубровский. Бледна, Маша, тебя перепугали. Что ж, учитель? Его сиятельство князь Верейский. А, миль пардон, мон шер вуазе. Вуае, у меня побывал ваш Ринальдо. Времон. Дубровский. В имении пахнет гарью, и я дюфе эссе полдал. Прошу приютить. Сочту за честь, любезный князь. Моя дочь. Thank you.
Прошло несколько времени. Много перемен произошло в семейном быту Кирилла Петровича. Сватовство князя Вилейского не было уже тайной для соседства. Я мог бы избавить вас от ненавистного человека. Соберитесь со всеми силами души. Умоляйте отца. Бросьтесь к его ногам. Бросьтесь к его ногам. Папенька! Папенька, не губите меня! Я не люблю князя. Я не хочу быть его женой. Это что значит? До сих пор ты молчала, а теперь вздумала капризничать? Не изволь дурачиться. Не губите меня, папенька. За что гоните меня от себя прочь? Вам без меня будет грустно, папенька. Не принуждайте меня. Все это вздор. Папенька. Завтра будет твоя свадьба. Завтра? Боже мой. Нет, это невозможно. Этому не быть. Если уж вы решились погубить меня, то я найду себе защитника. Что? Что, угрозы? Мне угрозы? Дерзкая девчонка. Посмотрим, кто будет этот защитник. Владимир Дубровский. Добро. Мон-женераль. Князь. Ну, дети, посидите, поворкуйте. Мадемуазель, мэ комплиман. Бонжур, мсье ле принс. Шармант, Мари. Que faites-vous? Très взволнованы? Князь, откажитесь от меня. Я не имею к вам ни малейшей привязанности. Не губите мою молодость. Умоляю вас. Ну, ля птиц. Я не в силах подписать свой смертный приговор. Жаме де ма ви. Жаме. Карету! Карету!
Вы свободны. Выходите. Что это значит? Кто ты такой? Это Дубровский. Маш. Я дала клятву. Князь мой муж. Я ждала вас. Теперь поздно. Красновенные разбои обратили внимание правительства. Посланы были войска, дабы взять Дубровского, живого или мертвого. Thank you.
Thank you.